есть ли в лесу у них гангер, нету ли его. Ну да, как бы. В принципе, я обычно. Вот, на брюмастера нападают. Я обычно ставлю вот сюда вард, потому что это брюмастера. И брюмастера почти забрали, да. Все. Выезжает брюмастер. Блин. На лоу хп уходит. И это Ланая идет туда. Райт Кинг, и Ланая идет дать просраться. Брюмастер сейчас заберет Леона. Нет, не забирает, потому что. Нет, может. Потому что Леон. Нет, не заберет, потому что сейчас бы он, конечно, и пригодился, но особо он такой сильной пользы. Ой, убивает. Там. Тем временем, пока мы отвлекались, тут убрали двух саппортов. Зевс. Зевс довольно-таки плотненький, играть умеет. Терминатор Зевс, конечно, говно, потому что мы успеваем за всем следить. Так, Зевс. Зевс сработал. Есть. Зевс, он рунный грузин. Варлок перемешать решил пойти помочь своему брюмастеру, хардлайнеру, есть у него уже ульт, поэтому. Ну да. Слышно меня сильно. Нормально? Да, да. Mm-hmm. Поэтому он сильно ему не помешает, уже не будет мешать экспу собирать, набирать. Так, а Леон у нас ходит на половине хп. В принципе, сейчас оба. А куда отошел брюмастер? Куда он пошел, неизвестно. Он Варлок на базу пошел. Варлок стал соло. У Рики только 5-й левел, скоро будет 6-й, и это уже может быть проблематично. Рики собрал уже костыль, собрал... Костыль? Что за костыль? ПТ. А, ПТ-шку? Костыль. Почему костыль? Ну, называют костыль. Я не знаю, это, наверное, еще с первой доты. Я в первую доту не попал. Я тоже не играл. Вот, нападают. Забрали шамана. Забирали почти антимага. Ай-яй-яй, антимага. Брюмастер пришел. Не решается он ультовать. Все-таки разворачивается назад. Сейчас ультанет. Зевс у нас делает ТП. Куда он сделал? На базу. А, на базу пришел. Ботл себе отхилить. Так. Тим Мерсоу, 8-й брюмастер, хардлайнер, 6-й хардлайнер, ихний хардлайнер опережает. Хотя по фарму, да, по фарму... По фарму он устает, конечно. Да, антимаг далеко не ушел. Почему у антимага так мало крипов? Не знаю, его антимаг был... У него было 13 стиков, почему он их не прожал? О, парень закутался, бывает такое. Ну да. Бывает. Хотя... Заметил, что в папочках редко кто стики берет, редко кто так, брюмастер там что-то делает, кидает. Брюмастер накидывает свое пивко, пивасик. Зевс гуляет, гангает, вообще пиздячек всем раздает. Что темпларка уходит от него. Нет, не уходит, дерется, но сейчас Леон превращает его в жабу. Жабка бежит. Жаба бежит и не забирают они. А могут сейчас забрать Зевса. Ультует. Антимаг ультует, антимаг и брюмастер тоже ультует. Что он делает? Райт Кинг. Камень кидает. Так. Райт Кинг станет огненную панду. Но надо станет каменную, земляную, потому что в земляную превратится. Все, уходи теперь. Блин, брюмастер завис, хилится. И Ланая берет блинк. За ним идут, а за ним такие идут, что он делает. Я не знаю. Он сбил реинкарнацию, это такая затея. О, ты Рики начинает нарезать. Рики плохой мальчик, он уже 8-й левел. Рики, да, Рики, иди нафиг, тут работает. Рики, да, Давид, Рики, персонаж взял, конечно, Рики с ником Давид, иди нафиг. Давай, а не Давид. А, давай. Ага. Давай, 5.11, все, уже можно. Я разрешаю. В принципе, это фраза, которую я говорю постоянно Рике, когда играю в пабе, потому что кто контрит Рике в пабе? Да никто, ну что там кому нужно. Все. Почти все перцы контрят Рике. Да, не. Да этот персонаж такой. Говно. Такой вот он стоит, и никто не вталит. Сентри.
Да, ну. Сидхи, все только обсерварды стоят. Да и Один то, кто-то. там. Сентри только команда Рики поставила. Сентри варды, контрить варды. Но это плохо, плохо. Тем более в этот раз у них есть два саппорта. А, тем более вот у Карамельки есть 400 голды, могла бы купить. Так, идет Но на бремастера. Варлок собирает. Опа, Ой, бремастера почти нет. упал. Все. Все. Варлок собирает Меку. И Собирает Меку. варлока нет. Варлок отъезжает. Вот, смотри, что делает Мека команда. отдалилась ненадолго. Мека отдалилась. Да надолго. Лион 6, 10, Зевс, Рики 9. Так, это мы Да это пошли. уже как-то. Сейчас уровень героев 10. Темпларка 9, но она чего-то не может. Не может она ничего Ну, по XP сделать. вот команда тьмы уже проседает 3000, а по золоту тоже почти 4 уже. Ну, как-то это. Но это немного. Это немного. Ну, Она не начало сможет. 13 минута, это как-то уже так Все прилично. равно немного. Сейчас темплаком, блин. Давай, забирай. Давай, блин. Нет. Не могут они Его еще фиг схватить. заберешь. Его. Давай, Схватят. крюк, Нет, крюк. не убьют. Не убивает. Сейчас умрет этот. Нет, Гридмастер не Нет, еще умирает. не умирает, смотри. Зевса заберут. Нет, не заберут, потому что. Тимберсо уходит, ничего себе. Бремастер ультует. Сейчас на Гридмастер. Зевса, на Зевса. Давай, иди Оп, сюда. попал. Попал Иди камень. сюда, камень. Камень Опа, и попал. ульта кончилась. Вот и все. О, ребята не сыгрались, наверное. Ребята, наверное, не Они сыгрались. как-то то ли Это не очень расстроились, а плохо. как-то. Вот, начала только сейчас начала карамелька контрить варды, и Зевс И умерла. приезжает и сразу А как он? он вторым скиллом А, вот у все него тут прошел. есть. Еще он Не ломай умирает. варды, они так тебе. Они так-то денег стоят. Так, шутят. Шутники. Шутят ребята. Ну, они могут пошутить, они 6-16 опережают. Ну вот Рики может спокойно забирать. Ладно, заезженная Да. шутка. Ну давай. Рики может, блин, но он не хочет. Боится Рики, что Давай, ли? не очкуй. Не, он ждет поддержки Стан. со стороны. Опа, все. Или он еще застилил. А, ну да, он красавчик. Ну, ничего, это, в принципе, не суть. Не Вот особо там. сейчас надо заканчивать игру, мне кажется. Зевс. Идти по миду. Все, тянуть не надо. Зевс гуляет под инвизором. Зевс хороший такой, Зевс потненький. Гангер. Не, вот я антимага, они взяли антимага первым. Но почему не собрать Яшу, а сразу тарить БФ? Почему не Яша? А Она вообще Зевс оптимально такой. как-то. Антимаг не заметил, что он об что-то стукнулся. Или заметил? Нет, не заметил. Он не заметил, что его что-то застопило в инвизе. Не подумал, что это может быть Рики или кто-то под смоком. Ну, в принципе, правильно. Вот он увидел, но чего он делает? Почему текает? Потому что почему? Потому что. Почему? Зевс. Ты же антимаг. Он качал резист. Кому он нужен, понимаешь? Сопротивление магии не качаем. Не качает. Не Молодец. качаем, поэтому страдаем. Так, ну тут еще Рики. Но он их как бы и давал хорошенько так люлей. Здесь Рики качает, в принципе, все Давай, равно. надо курицу забрать. Рики, Ой. ты обязан забрать курицу. Ну, Нет, не забирает он курицу. Опа. Варлок. Опа. О, посмертно забрал всех. И Рики забирают тоже. Ульта в кого ульта? Так, что у нас там? Опа. Я отключился, немного попить водички. Так, заберут, не заберут, заберут, скорее всего. Ой, нет, Варлок, блин, не заберут. Зевс потненький, вообще потненький, горящая жаба у нас тут. Очень прикольно, кстати. Так, ну, блин, саппорты тащат, Рики Брайскин тащит. фармит. Да, Рейзкинг фармит, что он нафармил у нас, блин, дагер. Сейчас он собирает ПТ. ПТ на Райскинга, в принципе, да, правильно. Все правильно делает. Хотя, в принципе, мог бы уже здесь собрать по-быстрому армлет.
Да я думаю, он как-то, может, он какая-то стата у него такая. Может и армлет собирает. Ну да. Черт их знает. Не, он ПТшку, наверное, ПТшку принесет себе. Кингов поймет. Разберет. Нет, ну. Просто армлет у него, этот вампиризм. Вампиризм он качает. На миде сходка-то будет, нет, сегодня? Этот на низкий. На минимум. На миду начинается что-то. Все пикают на Рике, пикают на Рике. Он уже, в принципе, неплохо фармит, у него практически БФ. Ну, 1000 еще нужна. Смотрим, добита у него 46, но добита слабо. Но это все равно мало. Хотя Ланая опережает всех. Даже Рики. Ланая всех опережает. Самого Рики опережает, представляешь? Да, не, ну... Вот, и пожалуйста. Чё, кто? Антимаг? Кто? Кто такой антимаг? А, Рики, Рики. Нет, его. Я провтыкал этот момент. Фармит, Рики тоже, Рики, блин, Рики. Сейчас Рики будут выравниваться. На Рики это Рики. Так, Зевс идет на. Вот есть у них, кстати, Барт. Тоже опять вот. Сколько дальность вышки? Ну где-то вот так, да? Ну немного. Я тебя все равно не вижу, что ты. Где-то вот до дерева вот. Ну да. Света. И Барт вот там. Барт надо чуть дальше. Чуть-чуть дальше. Там замес. Брюмастер. Ах, я ожидал, что Брюмастер будет помощнее у них. Зевсу надо просто дать по Брюмастеру ультой, и тот умрет. А, у него нет маны. Нету маны у Зевса. Она еще и в кулдауне. Да, у Зевса есть ботл. Но нет, ульта в кулдауне. И сейчас ультани, антимаг. Ультани. Ультани. Тупица. На-на, все. Просто... КГ, пишите, пацаны, не парьтесь. Ну, а антимаг опять стики не нажал. Зевс, да. Опять не нажал. Опять не нажал. 15 зарядов, полные заряды. Рики пушит. А что ему делать? Да, Рики пушит. Если в драках Зевс рулит. Диффуза ему осталось прилететь только и все. И он будет уже карать. Яша, диффуза. Все, Сашку соберет и все. Все, он будет выжигать ману. В принципе, такой себе уже антимаг. Угу. Вот, будет выжигать. Да ману. Он и был каким-то, он его как-то взяли, чтобы так, типа, эх. Что это, по фану, что ли? Ну, типа, да, но они проиграли и такие, кого взять, хоп, антимаг. Норм. Ну. А, это ты имеешь в виду... Пельмень, да. Рики, нет, Рики-то там, Рики это Рики. Так, Рики идет искать себе жертву. Он хочет добить шамана, но тот ушел. Печаль, беда. Брюмастера сейчас, наверное, сложит. У Брюмастера ульт в КД. Он почему-то это не смотрит. Хотя тут есть обсерв, они его видели. Он ни арканы себе не собрал. Ничего. Ну, я не знаю, да. Брюмастер голый, барабаны. Барабаны. Видимо, он хочет выживать, сваливая. Он на скорость атаки что-то делает тебе. Ну, кучкуются. Идут на врейскинга. Зачем? Почему? У него реинкарнация сейчас будет. Есть. Все. Мана у него есть на реинкарнацию. Ну. И... Что собрала у нас, кстати, Темплар? Она собрала блинк. Она уже давно собрала его, минут 5 назад. Да? Да. Я такой невнимательный. Так, тут замес не будет пока. Так, ребята ждут в лесочке. Антимаг пушит, антимаг пушит. Антимаг фармит. Ну, фармит, пушит. Ему хоть что делай, он тонный. Антимаг герой хороший. Я как-то тоже на нем тоже заигрывал как-то. Ну, неплохо это было. Но я сначала сапожок, потом Яшу, а потом БФ уже. Ну, мне кажется, это как-то оптимально. Но БФ 4300 сразу, ну, как-то... Не знаю. Может быть, стоило просто взять этого... Все. Чё? Брюмастер? Какой брюмастер? Сало кинули. Рики кинул сало. Все. Рики надо нажать стики. Нажми стики. Ай-яй, чуть-чуть Рики, блин, охуенно. Нажми стики, Рики. Ланая нажимает стихи, он тебя слышит, похоже. Да.
Ну, я думаю, 200 хп это как-то... Это немало, я думаю. Это даже прилично. И сейчас второй спелл. На, все. Все, пишите ГГ, ребят. Я вам советую. Это... Я советую. Это даже... Ребята, вот, вот, помнишь, да? У них был Раста, да, кажется, вторым пиком, да, вторым пиком. И мы такие сразу, о, это бешеный пуш сразу. И где это Раста? Нет, Раста не вторым, подожди. Вторым пиком она была. И у нее даже ульта не вкачана. У Расты не вкачана ульта, 24-я минута. Че, серьезно? Я сейчас заметил, что Раста это пятый еще. Парни, это плохо. Это очень плохо. Тем временем ихние саппорты... Все, вот антимаг, что делает антимаг? Он просто встал. 14 левел, у них саппорт 14 левела, у Расты 5. Это практически 9, это практически 10 левелов. Угу. То есть 9 левелов. Ну, десяточка почти. Да, практически десяточка, ну, блин, он тоже уже с блинком, в принципе, блин, этот собрал. Есть. Сыро. Ну что, будет Рошана? Я думаю, Рошана они должны забирать. Собрал, блин, я забыл, на чем я остановился, что я хотел сказать. Собрал красный камень, Блэкстоун. Красный камень. Этот. Но у Врейскинга уже Бладмейлы готовенькие. Ему надо только прилететь. Я вообще офигею просто. Раста сейчас возьмет 6-й левел, Сэмла 6-й левел. Наконец-то! 25-я минута. Досты есть. Все, им сейчас надо пушить бешено. Они сейчас хотят, ну им да, им надо бы пушить по-быстрому. Но у них такого пуша нет, как вот у более-менее Варлок, Брэд. Варлок свою ульту может пушить этот... А, ну Раста. Да, Варлок, Раста. У Варлока просто мека, у Варлока есть мека. Но она ничем не помогает. Аганим бы ей просто больше. Опачки, что? Всё. Кто? Даже не забрали. Сейчас заберут. А нет, ну это реинкарнация только. Реинкарнация и все. Нет контроля. Зевс под пивком. Нет контроля змеек, потому что как-то змейки на автоатаке, чтобы. Да они бы могли забрать Зевса, я думаю. Может быть. Да. Они даже башню не забрали. Видишь, они делают минус 5 и отходят. Видимо, им еще неинтересно сейчас. Угу. Ну, ставили они, кстати, вард вообще наглый. Вот тут у них на ХГ. Да, вижу. Поставили наглый вард, наглые ребята, дерзкие. Uh-huh. Дерзкие. Как они как просто они как знали, что. Они вот уже, они команда более-менее сложная. Сложная уже. Как-то. Видимо, они действительно играли вместе, сыгрались, как я им советую. Сыграйтесь там через. А, ты как-то им это, да? Я им всем говорил, вы соберитесь, сыграйтесь там по скайпу. Ну кому это надо? Понимаешь? Ну вот, вот так. Пока вот так. Uh-huh. Команда победила со страху, побеждает. Видимо, они реально боятся очень сильно, что побеждают. Боятся, что побеждают. Страх такая сила. Ну да. Ну, бьют они Рошу. Ребята пока на дефе. Не понимают, что они на Роше, они ставят варды. Можно будет также записывать какие-нибудь другие игрушки, я думаю. Там, ну это как в группе, там будет какое-нибудь время. Посмотрим, понравится ребятам. Да, можно также какие-нибудь. Обычно эти школьники говнят в комментариях, типа говно, говно, ничему не научился, говно. Типа так ему. Ну это, блин, это очень часто встречается. Ну да, конечно. Другие игрушки какие-нибудь, я не знаю, какие-то совместное прохождение. Хотя я скажу, что в принципе это. У нас есть комментарий, да, у нас есть можно пообщаться в нашей группе. Я думаю, это интересная сравнительная группа по сравнению с остальными, где комментарии закрыты. Да, закрыты комментарии во многих группах. То есть им. Ну их открывают на такие большие праздники, на Новый год, на 23 февраля. Вот, ну так, чтобы чисто
чисто. Побазарили. Пацаны побазарили на Новый год. Пожелали друг другу счастья. Да, всем счастья. Ну а так-то что? Ну, блин, посмотрим. Ребята пока не особо ценят то, что мы делаем. Ну, это немного так обижает. Ну, как-то расстраивает немножко. Ну, это поначалу всегда такое бывает. Рики заходит со спины, в одного влетает. Все, ремастера нет. Он даже ультануть не успел. Варлока нет. Все. Ланая. Наверное, им все-таки, значит, стоило взять Сайленсер. Да, но Сайленсер бы зашел. Не банить, а брать Сайленсер. Сайленсер и Бубук. Сайленсером играет мало человек, Бубуком, ну, так, средненько. Не, Бубук, он очень-очень хорошо. Да, он хорош. Варда, он очень хорошо бегает и под тауэром забирает. Ну да. Похер на все. А вот у Тимбера почти 4000 денег, и что он будет брать? Что он будет брать? Вот, можно было Бубука взять еще против Рики, он практически... Ого, у Зевса рефрешер, все. Все. И Аеги сбили. Сейчас он появится и ультанет. Давай рефрешер, или не будешь? Нет? Опа, успел ультануть, смотри. Успел. Реинкарнация прошла. Реинкарнация, Рики засветили, да, Рики этими бастами. Нет, не засветили, кажется. Так, не попали? Нет. Блин, попали, вот это шляпа. Так, ну уходи же в инвиз, уходи в инвиз. Нет, не хочет драться. Не заберешь же. Все, пишите ГГ, это зря трата времени просто. Ну, ребята просто не сдаются, это в принципе. А ну это похвально, но. Ланая выпекалась. О, терпит она. Не хочет в инвиз уходить. Все, пора, ребята, пора. Просто не хочет спасаться. Хотя с другой стороны, Зевс второй скилл кинет и. Шиву. Тимберсол собирает Шиву. Ну, неплохой выбор, я думаю. Ну, на 4000. У него еще 2000 почти. Ну, еще 2000, ботинки, кстати, не вторил. Да. Ну, они как бы Тимберу-то не нужны особо. Если хорошо стоится, сразу Bloodstone. Он просто расставил приоритет, у него 21 заряд Bloodstone. Ну. Просто... О, Battle Fury собирает. Ой, бабочку собирает Рики. 31 мана в секунду. Это бешеный реген для Тимберсона. Ну, есть, конечно, еще бешеные, но... Но Рики уже с бабочкой ходит, ты понимаешь? Бабочка диффузы. Все. Рики? Да. Я говорил сначала, что надо им собирать этот МКБ против уворотов. Ну, тут нет... А, он против Пивко, да. Ну, Брюмастер разваливается просто. Рики в одного его забирает. Вот смотри, вот. Опа! Какой Брюмастер. Рики молодец, кстати. В отличие от многих Рики, который юзает диффуза. Блин, хоть и говорят, да, что Рики там... Да, но если из-за него играет какой-то криворукий... Да? Нет, ничего. А, только написал. Ну все тогда. Всем спасибо. Победители, ты выбрал, кстати, выбирай давай, кого ты выбираешь. А, ну я думаю, я дам Зевсу, Завтра, если что, как-нибудь ему писануть надо. Решание, ну, в принципе, я с тобой согласен. Да, Зевс, конечно, зарешал. Победителей тоже плюшки там предлагаются. Да. Ребята троллят, изи, конечно, неприятно, как я слышу. Ну, что сделаешь, 6-й уровень, Shadow Shaman, 0-9, 31-я минута. Сворачиваемся. Да. Спасибо, всё. Что смотрели. Да, всем пока.